биолог биологам вам говорю, если не будет света, то не будет фотосинтеза. Не будет фотосинтеза, не будет роста растений. А здесь, в пещере, на глубине 45 метров под растительным покровом, мы видим что? Мы видим лампы. А под лампами видим что? Вот это. Вот сталактиты, сталагмиты. Вот капля. И тут раз и выросли растения.